просто мемориал, братская могила. Здесь на плитах выбиты имена земляков, погибших на полях сражений, Великой Отечественной, бойцов 5-й армии, защищавших подступы к столице и воинов-интернационалистов. Почтить их память и по традиции возложить цветы пришли ветераны, школьники, общественники, депутаты и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Чтим его каждый год, приходим сюда, поздравляем ветеранов. Ну, это самый главный праздник, мне кажется, вот за весь год. Мы второй год уже приходим сюда с внуком, возлагаем цветы и участвуем в шествии. Вспоминали не только солдат Великой Отечественной войны, но и тех, кто прямо сейчас защищает родину в зоне специальной военной операции. В этот день очень тяжело сдержать слезы, зная, сколько человек, сколько людей погибло. Но сейчас это еще вдвойне тяжелее, потому что наши ребята куют новую победу. И мы сейчас, знаете, живем в уникальном времени, когда мы празднуем победу и в то же время ждем новой победы. В 79-ю годовщину победы по всему Одинцовскому округу прошли праздничные мероприятия. Жители несли цветы к мемориалам и еще раз поблагодарили тех, кто погиб, чтобы жили мы. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».